канал прыгать, ребят. Подожди, там пока соберешь, мы еще здесь по это обсуждаем. В переносном смысле, это внешний показной блеск без внутреннего содержания. Подожди, там пока соберешь, мы еще здесь. И я понял, как бы в общих словах, что это такое. Угу. Так, я прыгаю каналом выше, ребят. Стой! Да. А куда рейд у вас? Анторус, героик. Можно на хвоста? Можно. Пошли. Туда перетаскивай всех. Давайте прыгните сами. Всем добрый вечер. Здорово. Номик, ты внутри? Да не, сейчас бегу. Мобы меня задержали. Терель, дай ассист. Камикадзе, дай ассист. Шалом. Привет. Здорово. Всем привет. Здорово. Хай-хай. Номик, пошли внутрь. Погнали. Паш, мы Гер идем? Мы идем Гер. Ну, у меня КД на первых боссов писал. Антонус? Мне идти, идти, идти или что? Как хочешь. Пошли. Номик, давай. Как хочешь, конечно. Привет, Макс. Здрасте. А чё ты этот голос знакомый был только что? Даже не представляю. О, божечки, нет, выйди, выйди, скройся! А вы расчистите путь. Добрый вечер. Привет. Добрый привет. Вечер, добрый. Камикадзе, сесть. А чё я тебя не вижу в этом? Камикадзе, дай ассист на сумоне. Где? В Дискорде? В рейде. А в рейде мне ещё инвайт не кинули. У нас сегодня автоматизация, плюсик в приват. А-а-а, мне просто не сказали. Кто этот робот? Паша? Да, можно мне? Да, настроил макросов, потом нажимает в начале рейда и уходит на 2 часа. Негр, ты что ли? Да, привет. Твою-то мать, сколько лет, здорово! Да ладно, полгодика, не так много. Неужто тебя затянуло обратно? Ну, пока еще не затянуло. Сейчас вот пробегусь с вами, героик, посмотрю. Он пока в подтяжках, знаешь, втягивается. Ага. Ну ничего, ничего, сейчас подзатянем. Салют. Ну, значит, я не буду. Хай. Вас там собирать еще? А у нас что, все совместно, что ли? А есть какой-нибудь аддон, не знаю, но макросом, конечно, не сделаешь над аддоном. Допустим, каждый там в 20:45 каждый день идет автоматом визг. Да, есть, конечно. Это серия, наверное, что в трейде там спамят набор гильдии. Ты подожди, ты про какой говоришь? Ты про набор или про автоинвайт, типа? Нет, не про принятие автоинвайта, а про отправку. Вот, например, 20:45 сделать так, чтобы у меня автоматом был Друидис Увисп. А, на это нет, такого я не знаю. Я думал наоборот. Давайте пересоберем, я с ужасным героем не поставил. Давайте выйдем. Паша, а будет место? Будет. Давайте перезаходим в инст. Ребят, если будет нормально с хилами, я бы лучше не пропустила, мне тут надо кое-что доделать. Поехали, заходим. Будет нормально, Маша, с хилами. Если не нужно, доделаем. Если что, я в соседнем канале посижу, вы меня кликните. Ну, она была тоже. А вот за сумму не сможете? Удачи. Сможем, но мы сейчас дальше будем чистить. Номик, поставишь нам по возможности? Что так мало желающих сегодня? А можно первого босса соло убить? Не знаю. Но долго мы не продержимся. Давайте шестрее. Танки есть, поехали чистить. После Нового года. Мы не подведем, пророк. Поехали трое. Чистить, присмотрим после. Чаще. А вы расчистите путь. Тут
Тут как раз постройка была такая зачетная. Три халявные монетки. Интерфейс люблю канал. Так, давайте по порядку. Аруада, ты хочешь идти твинком? Какой это моего твинка? Я тебя не слышу сейчас почему-то. Только я не слышу Аруаду. Я тоже слышу. Я тоже слышу. Рога 954. Во-первых, Рога не из гильдии. Во-вторых, твой Рога даст меньше мага, тогда лучше не стоит. Морни. Слышно, нет? Сейчас слышно. Да. Ну, понятное дело, меньше мага. Тогда зачем ты идешь? Это ж твинк. А зачем тогда нам ввести твоего твинка, если он даже не в гильдии? Это важный момент на самом деле. Наличие твинка того же, которым ты хочешь играть с гильдией. Гильдии. Вступи Рога в гильдию и пошли. Морни. Да. У тебя сова нормальная? Ну, честно говоря, говёная, только уешь способна. На каких боссов ты у меня просто КД и на первых двух все. Дальше. Давай фастом, пожалуйста. Приобни сейчас. Ребята, еще раз. Попроси кого-нибудь другого в гильдию. Я не смогу. Победили, ребята. Ребят, еще раз. Всех с прошедшими праздниками, с наступившим, с Рождеством прошедшим. Давайте шустрее пройдем, чтобы через 3 минуты был гул.
без вайпов, без ничего, по фасту. И еще раз всем добрый вечер. Всем привет. Также с наступающим. Каким наступающим? Тут еще старый Новый год. 8 марта. Нет, причем тут 8 марта? Старый Новый год же. Не надо, речь не скажешь. Вы как не русские прямо. Вот кто такие тут русские? Дискриминация, кого русским вообще назвал? Что за тут дискриминация? Не евреи, а арабы, какие русские, ну чё? Раз есть возможность, надо праздновать два раза в году. Это будет уже четвертый. Кто хочет, будет праздновать каждый день. Никто ему не запретит. И никакой повод не нужен тебе праздновать, если ты хочешь. Кого они присумали, присумали? Все на месте, все готовы. Единички поставили в чат, суммарик. Я ставлю котелок. Лучше жратву послать, да? Я ставлю котелок. Я ставлю еду. Поднимаем. Всем привет. 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 Можно сумму? Можно, суммоним. Что это за гомостаз черепоцвета? Я так понимаю, что-то хилящееся на Блада. Телефон, секунду. Я уже закрыл ген. Это не я инвайтил. Так. Это бывает, я так понимаю. Так. Эвакуату еще, присмотрите. Тайнаут пришел. Стоит над клифом. Сотворяющий, ты меня слышишь? Угу. У нас с нами новичок, который не был в этом рейде. Милик. Можешь или вкратце озвучивать, или мне напоминать, чтобы я озвучил. На боссах ключевых, где он может насвайпнуть. Если тебе не сложно. Ну, ты знаешь, по Милику может быть сложность в том, что я тут никогда не был Миликом, и какие тонкости с Милика могу не знать. Понял. Я ему все скажу. Хорошо, ты, Морни. Спасибо. На пол. Возьмите еду, возьмите фоски. Давайте начинать. По фасту так легко закроем все. Все отдохнувшие, все отметившие. Ждем Тайнау и Негра. Начинаем. Вайт, держи ассистер, скидай, как тебе удобнее. С этого кик, этого кик, этого кик. Ну зачем сразу кик? Можно всех неугодно вкидать в шестую и седьмую группу. Почти они не будут получать хила и сдохнут. Котел разберите, еще стоит.
Че ждем? Ничего, поехали. Вот и. Вы мне про Геру говорите, когда? Геры да сейчас... с пула. Пула надо было давать. Все геры с пула в этом рейде. Окей. Кроме вас, босса. И Агромара. А мне нравится такой гер. Кеш, просто децимацию выноси из рейда и все. Сейчас убегай от босса. Ну, это хорошо пережил. Игропал, ты хоть пошевелись. И в ту сторону, кстати. У меня варик просто вылетел. Сорян, я тут. Ничего страшного. Просто сегодня как бы понедельник, но еще выходной. Ну пока начали. Ну как бы всем пофиг. Как я жив, Фредди? Фредди, я жив. Тарель, ты меня слышишь? Да. У нас сегодня логи некому писать. Сможешь записать? Да. Хорошо, запиши, пожалуйста, тогда. У нас Йок обычно пишет и Орхана, но ни Орхана, ни Йок сегодня нету. У меня там опять помойка. Ну ты после рейда, если сможешь, залей. Если кто-то может еще, то же залейте логи. Хуже не будет. Все равно я потом все удалю. Только я решил интерфейс понастраивать, спасибо, Паша. Кеш, у нас лут раздается через аддон. Поставь аддон RC лут канцу. Прям все закалилось. Иначе тебя просто не будет в луте. Долго ждал лут нас. Поэтому и закалился. Да. Из того, что сейчас выпало, тебе что-то нужно, Кеш? Не представляю. Сейчас посмотрю. Чепни. А дальше аддоном проще будет. Вот это тренька. Я думаю, что нет. Тренька, потому что... Не, я спросил... Я просто сейчас нет. Хотел спросить, она хороша с вами?
Или вообще РДДшником? Да. Понял. Если она вообще отлично АОЕшит. У нее есть один фатальный недостаток. У нее АОЕ в радиусе 20 ярдов. И Мифик он... плюс не попользуешься. Понял. Мифик плюс с ней жопа. Ну, не во всех. Я, да, оценил. Коша оценил. В квартале звезд пулит вообще в первой комнате все. Вот как ты забегаешь наверх, там около этой, около фонаря, всех змеек, она вообще все агрит. Слишком большой агр у нее этот, 20 ярдов. Вот, раздали, поехали к следующему боссу. То есть аккуратно, но дамажит, конечно, неплохо. Паш, еще раз скажи, как называется аддон? R7 Wood Council. Одно слово? Не знаю. Что-то не ищет, да, в твиче. Сейчас скажу. Фу-фу-фу-фу-фу. Я не вижу списка. Ага, RC Wood Council одно слово. Сейчас линкануть. А, все, сайт. Нашел, все нашел. Хорошо. Обычный, без ЕПГП или все что-то тут? Привет. Просто один. Здорово. Привет. Привет, Урхан. Паш. А можно вагоном пойти? Что значит вагоном? Прицепом. Твинком. У нас сегодня два твинка есть. Плюс-минус, ни холодно, ни жарко. Но, ребят, серьезно сказать, это некрасиво. Первый рейд года. Ну, скажем так, твинг, знающий тактику, уже не твинг. Я на мэн зайду. Ну, видишь, а разу не против. Можешь идти твинком. Да, ну, со вполне два хила хватает. Ну, там ты еще отваливаешься, так что 2.5. Я поставил, Паш, проверять там, как ты увидишь. На кого? Сейчас чек. Паш. Что? На кого заходить? И хочешь, иди твинком, но чё ты в самом деле? Сейчас чекнуть, Леш. Эрл, три. А он тебе сказал. Да, я захожу. Я забыл, как чекать. Тайнава, ожидание ответа. Ага. У Тайнавы нету аддона. Хорома устаревшая версия. Адский Барс устаревшая версия. Камикадзе, Жильсамина, Альдазара, Шаронти устаревшая версия. Он сегодня обновлялся? Я обновил только что. Пишет у тебя 2.7.4. Актуальный 2.7.5. Ну я сегодня заходил, ничего там не обновлялось. У тебя 2.7.5, у меня тоже 2.7.5 на сегодня. Привет. Здорово. А пока еще выскакивает, но думаю, после рейда еще раз проверю. А сводить мы их не будем, да? Сегодня, почему? Чуть-чуть в начале, я не знаю, выдержим ли мы всю фазу. Паш, ты меня видишь, да, там в этом аддоне? Да, да. А, отлично. Он тебя черным фломастером замазал. Само на Шаранте и Тайнал подходи. Лекар, как вы тут падали? Урахан зашел, да? Подождете минутку, я тоже запишу. А тебе собаки критичны? Ну, я вообще не ходил. Заходи. Кеш, тут мы недавно говорили, нам этих эмоджи надо подкинуть в Discord. Старые как-то уже поднадоели. Я Паше недавно фотки скидывал, он там можно вырезать. Ты же знаешь, у нас режут только две девочки, Паша здесь ни при чем. Паша, я тоже скидывал, она, видимо, не порезала еще. Маш, она не, она нет. Работает. А стандартные юникодные не работают? Кого сейчас удивишь стандартными? Вроде все тут. Надо просто, на самом деле, Макс, чтобы ты уже приехал в Москву, как обещал, и там понадел тебя. Да не. Мистик, заходишь? Куда мне? Захожу. Давайте, Мистик, присылай. Захожу.
Когда ты уже научишься-то всему? Столько учишься, учишься, уже взрослая, на все учишься. Нет предела совершенства. Смоньте мага и начнем. На пол. Для всех. Я тут могу как-нибудь весь рейд убить? Нет. С оранжевым. Огонь разводить. Не, никак. Тут даже если очень пытаться будешь. Плюсую. Вызов принят. Мистик готов? Да нормально, его сейчас сфера утянет в какую-то сторону, взорвет и все. Вижу, Мистик готов. Когда на тебе лучик, не бегай как сумасшедший. Окей. Хоть это идет вразрез моей религии. Попробуйте их подержать. Если получится. Брэл. Да-да, забыл. Что, типа еще подержать или хорош? Ну, они умерли от войды, не от дамага. А вот пошел дамаг, смотрим. Пока держим, как видишь. Так они уже не вместе. Они вместе. У меня кливы не проходят. Но босс бафан. Ща. Бафнут. Разводите. Не удержим. Красный кас пошел. Хы. Как интересно. Угу. Причем я был вроде в бопе. Вставай. Вставать? Да-да-да, вставай. Альдазара сейчас зафиряет. Я там стою. Альдазар, чуть-чуть ближе, а ты очень далеко развел. Тут меньше рейндж, еще ближе подведи. А Фурик совсем пропал? Не, он в папках играет 24 на 7. Угу. Он никуда не пропал. А такой приятный парень оказался, в пук играет. Там у нас половина рейд, наверное, играет в пук. Я тоже играю в пук. Молодец, Фриц. А почему меня босс убил? И выйди. Потому что у нас бегли. Один осипус. А может мы все-таки их разведем, мы не будем как-то геморроиться. Сперва мы заведем его. А дальше мы резнем всех и да, разведем. Намекаешь тетива? На пол. Наверное, шкафчик надо поставить. Зачем ты тебя релизнулся? Ну он добежит, тут не закрывается босс. Ладно, начинаем потом. Кто у нас вышел? Кто куда вышел? Он дроид ливнул, кстати. Морни решил вернуться. Что происходит? Господи.
Первые запросто, вот эти 20 секунд можно держать, там вздыхают только те, кто косячит, стоит в своих вайт-зонах. Это без проблем. Дальше развести потребуется. Танки сможете так сделать? Да. На пол. Поехали. Вот он. У меня кодекс, шаман дай. Приготовились дожить. Соберитесь все меню. С красной собаки подойдите пару миликов, чтобы танка не ферял. Ладно, я подойду. Чуть-чуть ближе, можно получится подвести. Нормально так. Нету БР, держите меня. Дайте рез, пожалуйста. Морни, ты можешь подсказать, где лучше монетку?